Слева направо, вот так надо сказать. Садитесь. Сядьте, Маринка. Верник Фрида. Верник Фрида. Это первое. Ага. Первый ряд. О, а может вот этих раньше, знаете, вот, что сидят вот. Ага, да. Сидят, да. Так, Нисельбаумина. Первая. Нисельбаумина. Резник Хана. Пертман Хава. Баталин, она Тауба, но мы Таня ее называли, вот что. А, фактически имя-то Тауба у нее было, вот. Так. Это сидят, если написать. Теперь вот это. Верник Фрида. Ну, надо отметочки поделать, где-то неважно, будет. Неважно. Так. Фельдман Доба. Раз, два, четыре. Четвертое. Да. Гертман Ида. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это да. Возле преподавателя. Вот. Это преподаватель, и это его девочка. Гертман. Гертман Ида. А Гертман. Преподаватель ее отец? Нет, ага, нет. Просто дальше. Просто это, угу, это поляк. Пан Шопа. Угу. Гертман Ида. Юдис. Городецка Юдис. Потому что здесь, ну, некоторые по местности попринимали такие имена, да, от местности. То, а это городец, то городецка Юдис. И вот так. Это Кирс Сара, которая в партизанах была. И ее фотография здесь есть. Вот что. Римлянд Эстер. Ой, все почти. Очень красивая была. Ее немец долго-долго у себя держал, возил ее на повозке. Вот, ну, красавица была после, из нее выросла. Вот. И отца ее у нас на мостике убили, когда вели убивать у нас на мостике. И отец мой завез его туда, в общую могилу. Вот. Это Нисельбаум. Ну, вы знаете чего, тоже не помню, вот имени ее не помню, потому что это тоже Нисельбаум, то это Мина, это помню, а это вот не помню, но Нисельбаум это вот. Ну, давайте, может, так, с этой стороны опять, ну, слева давайте, направо. Давайте с этой. О. Городецка Лея. Четвертая. Потому что это я тут вот. Вы где? Первая. Вы первая? Нет, так дайте, скажите же. Тоже красавица была. Скажите, первая, первая слева, первая, это нет, Мария то, Николаевна. То я уже тут не нужна. Так, да, не, ну, как это не нужна? Да. Городецкая Лея, так. Городецкая Лея. Верник, тоже Верник, но имени не помню, тоже Верник. А вот это Бэйм Мина. Бэйм. Бэйм. Фактически то по-немецки Баум, если дерево, а так то Бэйм. Вот по-еврейски было Бэйм Мина. 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 Кто это? Как она? Медник Хана. То это вот, считайте, какая аж. Так. Это Нисельбаум, но не помню тоже, знаете, ну, не помню имени ее уже. Вот, потому что подумайте, это сколько, сколько лет. Вот. Но тут это был Ратновский. О, это третий, с мальчиком. Да, с мальчиком. Ратновский, а имени тоже не знаю. И знаете, здесь вот
мало кого помню, потому что мальчиков-то как-то мы не помнили, а девочки-то общались. Особенные классы, может, были? Нет. Это один класс, это у нас такой один класс был. Так, дальше, Ратновский. Ратновский. И вот этого тоже не помню, знаете, не помню. А вот ты тоже еврей, да? Ты тоже еврей, вот это вот. Пятый справа. Так, а это Альпер Цадык. Четвертый. Ага, это четвертый справа. Угу. Альпер Цадык. Вот. А это был Шустер. Вот. Третий. А как Шустера звали, не помните? Не помню. Да? И вот этих мальчиков, знаете, а это тоже помню. Евреи были? Да, это, вот это вот. О. Это все евреи? Да. А, боже ж мой, верхний очень ряд много. Справа до сих пор евреи. Ага. Ой, так-то почти. Да. Это больше половины евреев. Да, да, да. Класс такой был, это 50 с чем-то человек, может, кто еще и не пришел, ну, сфотографироваться. Вот. Скажите, пожалуйста, извини, можно вопрос? А тут во. Скажите, пожалуйста, это какой год? 35-36, тут написано. 1935-1936. Это польская школа. Польская школа. Угу, польская школа. Польская Иван, школа. Иванова, Янов да. Полесский. Значит, Меклясова. Угу. У меня даже свидетельство есть об окончании. А скажите, вы покажете, можно сфотографировать. А скажите, пожалуйста, что с ними случилось во время войны? Которые прожили, которые нет? Кто выжил? А тут еще и поляки, видите? Сырович, да, Галина, Кубик, Ханка, Лубинска, Стася. И тут мало было, мало. Годомская Янка. Скажите, а что с ними, с евреями, с этими вашими соучениками? Всех знаете чего. Вот это где Баталин, то я веду вас на могилу. Юленька, ответь ты там, что да. Там. Вот. И... Кроме вот Сары. Кроме Сары, она выжила. А Сара выжила, вот ее здесь фотографию книжки, я показала. Да, я поняла. А остальные все погибли. А эта Таня, то очень долго тоже сохранялась, Таня Баталин, ее отец врач был, она очень долго была, и у одних людей, и мы пришли к ним, так вот, ну, молодежь, пришли, и выходит Таня ко мне, я, ну, обмерла просто, знаете, потому что евреев уже всех побили, и Таня выходит. Что? Кто? И Саша. Ой. Он положил. Ну. Вы стойте, Рона, вам тяжело так. Или сядьте. Сядьте, Мария Николаевна, вы сядьте. Вот, тут, знаете, вот это Дивинский был, вот это тоже, это еврей. Дивинский? Это, ага. Это Гарбар. О, Гарбар, это Дивинский. У нас тут Дивин есть. Да, знаем. Вот, Дивинский. Вот. Это вот этот вот мальчик, да? Вот этот. Ага. Четвертый. Тут твой герцежа польский стоят. Верхний. Значит, все... Чичельский, Пшиемский, Магировский, Недюко. Скажите, они все погибли, эти евреи, да? Все. Это, все погибли. Только это было вот одна. И, то здесь в этом в книге память пишет, что одна из них. А вы с какого года, Мария Николаевна, извините? Я с 24-го года. Мне вот в декабре будет 87 лет. И это все ребята, ваши ровесники? Да. То есть 24-го года. Начало войны это было вам уже... Начало 16 лет. По 16 лет. Нет, потому что у меня-то, видите, как война. До 39-го да. года Польша да. была. А с 39-го по 41-й советская власть. А после опять 40 этого первого. А как советская власть, Лада, приходила? Тут какие репрессии были? Тени. Ой, Боже, были, сколько всех же повозили. Давайте мы сейчас это в автобусе. Кто богаче был, и все это повывозили. Даже, знаете, у нас
священника нашего вывезли, и сына, то сын не выжил, а священник выжил был.